Итак, очередной, уже шестой тур дуэльного турнира, восьмого по очереди. И в этот раз я встречаюсь без Мирнов, человеком под ником. И, соответственно, на Пангее в третий раз подряд. Два раза бездарно, конечно, было проиграно. Оба раза считаю за спот, но второй раз там, конечно, я молодец был. Но посмотрим, как там повезет в третий раз. С игроком я совершенно не знаком, что он может, совершенно не понимаю, не представляю. Он Византия, скорее всего. Ух, все. Он будет на море, так как Византия. Поэтому я бы не хотел быть на море, но уходить куда-то тут брести через такие джунгли и леса, это, конечно, тоже не вариант. Подходить к горе я не хочу, так как уйду от роста молоточком, плюс какие-то все-таки люксы здесь есть, тоже очень такие, никакие, и до них добраться будет очень тяжело. Ну, подожду, посмотрю, может, все-таки поставит город, поставил и на воде, да. С одной стороны, может и ничего, можно сыграть как на островах. Просто выйти в традицию, в два города, в какие-нибудь там голиасы и вперед. Ну, судя по всему, сейчас посмотрим, что вокруг, и ставить будем. Да, начнем, пожалуй, со скаута, посмотреть, что вокруг. Мало ли мы рядом, придется выбирать. Свободу. Так, я жду, ожидаю вот здесь вот лошадей по-другому, как бы быть не должно. И тогда можно будет строить 8 из 3. Но поставили идентично, ресурсы такие же. Так, бананы имеем, это уже неплохо, хотя далеко они. Да, похоже, игра быстро не будет. При такой местности тут даже может понадобиться второй скаут. Старт будет, конечно, медленно. Ох, так, все. Кучно. Пожалуй, еще. Но все равно за два хода построится, поэтому почему бы нет. Перестроим сюда. Сразу найду, будем расти до 3 жителей, там посмотрим, сразу строим посело, или растем больше. Это зависит от найденных ДГшек и соперников. Как и говорил, до 2 хода.
еды как-то у соперника тоже нет. Он почему-то остался при пяти своих, но молоточек забрал. Рыбка. И вообще, я не люблю быть морским без морских ресурсов. Ну вот, лошади там, где и ожидались. Хочешь, не хочешь, надо идти в календарь, так как у меня вариантов на люксы других нет. Пока. И развитие по воле я здесь пока что тоже не вижу совершенно. Ух, как тут красиво. Вот тут я вижу, что это берег. Ну как-то вот бегаешь, до сих пор не встретили. Сейчас я вернусь отсюда. Вот, если что, посела вести в этот район, куда здесь должен быть люкс. Вот те камни, это все нравится. Ну вот и друг Леденца. Который перестал быть другом при первой встрече. Слабенькое чудо. Но потом сюда пойдет, мне не страшно. Будет идти очень долго. А я попробую с этой стороны отойти, посмотреть, что как. Ну, судя по всему, второго скаута он не стал. Люкса все еще по-прежнему только три. Я не знаю, все прискорбно. Не быть здесь воли, не быть. Да, удачно. Нашел. Так, он открыл, как и я, Animal Husbandry. Ну, в общем, что-то там. И пока что не открыл кофе. Ух ты, не успел. Итак, что выбирать? Вопрос. Так, при технологии. Так, ход вышел. Ух ты, он еще будет за горами, конечно. Thank you.
ТГшка хотя бы, да, наконец. Ох, мы тут перекрыли. Я могу спокойно сюда и везти. А вот тут он не пройдет. Надо возвращать этого скаута в сопровождение, только посмотреть, где эта пешка, чтобы ниндзя тут какую-нибудь не дала. Сюда везти. Уже перехотелось, скажем так. Люкса уникального нету. Ради реки ни смысла нету тоже. Ах, придется сюда ставить. Да. А потом, может быть, сюда. Эх. Куда еще можно поставить? У меня три люкса, все, больше ничего нет. У меня не все, вот тут по блокам, смысл куда-то уходить. Мрачно. Надо поставить внизу, если проплыв вокруг оплывает. Так, он не вырос. Я поставлю все-таки себе еще. Не спеша амбар. И тогда переключимся на строительство поезда. Скорее всего, должен ударить по нему. Он выглядит более слабеньким. Нет. Или вырасти на 4. Вырастем до 4, построим параллельно вот здесь. И здесь проплыва нет, значит, можно спокойно развиваться до фрегатов и идти сюда. Все, по-моему, план уже как бы есть. Здесь не проплывешь, там не проплывешь. Значит, нам нужно выходить во фрегаты, ехать направо, три города, скорее всего, и все. Да. Ну, тут его и похоронят, думал он. А тут моего скаута, да?
Так, сейчас он у меня не пройдет от зоны контроля, подлечусь, он меня сюда не выбьет, это точно. В принципе, скаут выживет. Не знаю, он тут что, войско крепает, что ли? Тут одного пацана, дуболома, так он точно построил. А еще в гоплитах выйду. Возьму дань, спокойно. Возьму рабочего, а потом уже будет. Следующим ходом посел сюда, а там уже человек пошел в либерт. Отлично, посмотрим, как он ступает. Значит, мне нужен защитный город где-то вот здесь воткнуть. Блин, у него три побежки все-таки. Ужасно интересно. Так, железо подозреваю здесь, поэтому это будет увеличение для вот этого вот человечка. В смысле, просто увеличение. Быстрее будет. Так, Арчер он не открыл. Yeah.
И это хорошо. Так, для нас это хорошо. Здесь я теперь спокойно смогу пройти и провести рабочий. И на железо будем ставить. Железо все-таки оказалось здесь. Так, сделаем ему зону контроля. В следующий раз пойдем сюда и сюда. Здесь варвар сюда не побежит, потому что имеет приоритетный город мучить. А тут получает по голове от варвара. И теряет еще одного скаута. И выхожу в пантеон. Угадайте, на что пантеон? На культуру, на плантацию. Больше тут ничего не возьмешь. Хотя да, не будут эти плантации за свою культуру. Ой, так это что, раз что ли? Смешно здесь число. Куда ему тут? Ну, пускай развлекается, в принципе. Мне что, жалко что ли? Ромку свою убивает. Тут варваров больше, чем нужно. Вот сюда, я думаю, еще один город поставить. Он, в принципе, не берется. А там посмотрим. Тем более у меня ранний юнит. Я не понимаю, что он тут делает. Мне нужен этот человечек и один готов. Или два. Или один и лучник. Четыре хода еще идти. Сейчас получит выстрел еще раз. Тут, в принципе, можно ставить даже на люкс. Что я выиграю, если поставлю все-таки сюда? Нет. Нет, нет. Вот это. Ну, это и так. Да, я ставлю на люкс, но что я выиграю? Ничего не выиграю. А тут, может, что-нибудь еще. Ставлю на люкс, да.
И скорее еще одного пося должен провести сюда. Но без гоплита я тут не пройду. Вообще никак. Оставляю посева, потому что варвара здесь быть не может. Они ходят по одной клетке, есть только лошадка. На лошадке я не открывал, и скорее всего мой соперник тоже. Поэтому не страшно. Сейчас два гоплита и поведу отсюда. Еще одного посева. Вот это лишь город. И должен поставить здесь чисто защитный набор. И пойдем морские караванчики, наверное. Хотя вот это надо. Дело убрать. Пока что растет. И, как я говорил, морские караваны. Библиотеку я открыл, чтобы попугать чисто его. Чтобы поверить, что это было. Хотя ему какого велика он вообще не светит. А ведь я велик. Городу. Да, посмотрим. Так, все-таки лук прихода. Как раз я должен к этому моменту. Вырасти. Армия я второй. Попробуем кемпир. Но просто центр, знаете, да? Так, еще успеваю как-то поставить горы красивенько. Не напрягает сильно. Так, сейчас возьму это вот дело. Да, хотелось бы в другом месте встать, но в принципе не могу. Думаю, хватит мне силы его следующего. Разграбить он не сможет, это зона контроля.
а он даже и не хотел. Вот это вот стояние здесь, я не знаю, может, я что-то в игре не понимаю, но вот что это дает конкретно, можно? Сейчас он заберет это. О, и я тоже не знаю. Чисто выигрывать. Да, надо убирать. Решил еще одного поставить, этого самого лучника, и тогда пойти после уже ставить здесь. Да, может сам себе конечно, писал. Но сейчас для плитом выгоднее. Чтоб не расслаблялся. Я и так уже пара не первый. Так, что мы видим? Так, пожалуй, так. Ну, пускай только растет золото. Отлично. Так, чтобы не расстраивать. Сейчас этого
станет ребенка. Ну, как валерик по молоткам у меня не входит. Хотя сейчас просто. Ну вот, 4, до 3 вырастим, до 6, до 3, и тут единичку пока поддержим. Надо вырубать себе. Так, нам нужно вот сюда. Так, в этом случае, конечно, всю дорогу. Вырубаем лес. Убираем лагерь отсюда. Так, к сожалению, он будет делать сейф. И продолжим тогда чуть позже. Пора ему сюда уходить. Вот он нашел капец. Ага. Отлично. Этот город будет то, что мне нужно. А не те это, ну, я не знаю даже как это назвать, но это не город. Я могу его сейчас перекрыть один. Плюс он очень неудачно выпускает. Город неудачный в том смысле, что он не сможет, он заблокировал себя, не сможет больше гордости поставить. А я его смогу легко атаковать, он подкрепление. Все, сохраняемся и продолжим через некоторое время. Ну что ж, продолжаем. Прошло. Ну, вот, отличался. И будем нашу войну, так сказать, продолжать. Так вот, этот город берется на ура, большой-большой стороны обстрел. В принципе, он может поставить еще вот сюда город. Я не знаю, как все выглядит. Не очень. По промке, в принципе, то же самое. По науке впереди, по войскам я тоже немножко повышил. Но у него три города, а у меня два.
сейчас у меня ответит. Так, разберемся с этим, да? Так, заканчиваем, по-моему, с этим делом и пойдем ко мне. Построить библиотеку. Почему нет? Почему нет? А потом это с нее, скорее всего, философия. Или даже. В любом случае, еще вот сюда надо обязательно, это хорошая вещь. Даже одна готова. На его месте я попробовал, чтобы вот тут меня понапрягать. А вдруг что получится? Хотя скорее, конечно, нет, чем да. Ну что ж, бедла. Так, у нашего соперника уже минус по голове. Сочувствую, конечно. Значит, ты минус по науке. Вспомним, но в принципе тут все на своих местах. Да, город, конечно, будет никакой, но пока что я не имею другого выхода. Идем обрабатывать третий люкс, а здесь пойдем обрабатывать вот, вот. С третьего люкса нам тут очень туго придется. Ой, может такой остров, может все-таки не все бегаешь. Успехов и молод.
Тут как-то в джунгли вырубать надо идти. Не могу себе позволить брать. Подстрою гоплита, посмотрим, как там все будет дальше происходить. Напрягем вот что Никит хорошо стоит. Чистее скаут, конечно, важен человек. Так, перемен немножко. Да, я знаю, что теряют 3 золота из-за того, что они пережили их здесь, но сейчас мне выгоднее просто его отталкивать. Давай пометь, что нападаться не стоит. Чуть на рабочий. Не догреться, но не стоит тоже найти. Слава опыт выделять. Я нашел бедяжку. Кстати, пансион какой-то. Я пропустил. О, рыбки. Я пропустил. Так. Лагерь не нужен. Все-таки будет Айрнборд, а не философия. Куда я могу философию? В три города, из этих самых вольных.
этот вот супергород. Так, следующим ходом Д2. Ну, армия опять же одинаковая, по промке. Где я подрастаю? Про науку я молчу. Думаю, это непостижимо. И что у меня сейчас будет? Сделаем так. Построим это и золото, плюс караванчик я хочу иметь. Так, на место. О, зачем он? Она не знает, что с проплыва нет, да? Thank you.
Ну, похоже, сверху он не пойдет точно. Будет пытаться здесь. Значит, здесь надо концентрировать армию. Так, армия соперника растет. Похоже, мне надо этим же. Больше здесь ничего не надо, только колоссы и все поднимаю. Ну, конечно, дорога. Производства очень жестоко не хватает. Так, подождем. Можем переключить, но в принципе, конечно. Если повезет, даже проапдейтим эти два лучника, так как тут все-таки золото будет. Ну что, дорога. А тут, судя по всему, в инженерное дело. Попробуем еще и сделать бахнуть, и тогда все начинания боевика придут в упадок. Я думаю, я как раз успеваю по времени сделать, что я хочу. Так, это лучника апну. Ну тут надо одних дорог, как говорится, если здесь будут вести, я не знаю, это, конечно, все, на мой взгляд, очень сомнительно. Так как я сам предпочитаю играть в роли и понимаю, что здесь это ему реализовать будет тяжело. Так, этот город все, расти больше не должен. Расти должна столица, и вот этот вот еще до трех. Вперёд.
интересно, гору какую не было, чтобы купить банан. Копыта пока не буду выпускать, чем пять лишних на содержание. Хотя он уже. Да, потом толик сводить. Я вот как волю играю, все не забываю тебя. Ну, плюс 8, а тоже веселее. Вот и промки немного, на которые следующим ходом вырубит город. И все становится уже как бы получше. Следующим ходом апдейт вот этого арчера. И ветер дает сомнение. Насчет того, выгорит ли у него что-то. Он получил, наверное, дань. Да, армия у него побольше. Да, сейчас это очень быстро наверстает. Тем более, что защищаться попроще, чем нападать. Вот, начался рост наш Афин. Проведем дорожку. В приоритете. Этим рабочим я буду себе построить дорогу. Потом мне нужно обработать все-таки вот уже вот этих вот оленей. Ух, много шумного места. Если я его здесь держу, то дальше я в любом случае ухожу первых ребят, и все, конец. Выведу копыта. Так. Вперед. Чуть-чуть. Так, сейчас заработает граммер и начнет опять расти город, что мне и надо. Но в приоритет, конечно, не вырасти из столицы до 8. И тогда я войду в 0, и там буду смотреть цирки. Еще как-нибудь подниматься. Зря, кстати, он тут лучше не держит. А, вот он сказал. О, коляска, конечно же. Ну, коляска против. Против вот этих вот ребят.
там будет. Избиение ребенка. Не по-другому. Я, конечно, отведу, не проблема. Но сады, это, конечно, наверное, нет. Сейчас даже пускай стреляют. Встаньте сейчас. О, я, по-моему, сейчас несу эту колеску совсем. Раз, два, три, четыре. Выстрелил. Отлично. Ну как, понравилось? Интересно, у кого первый клик вообще? Так, ждите, закончилось. Закрылось, так сказать. Ага, клетка убежала. Жаль, жаль. Ну, понику убежал. Просто клетка убежала. Не, ну кто ж ездит на Грецию на ранних юнитах классических? Это как-то самонадеянно. Не только не успел. Неплохо. Караваны, видно, тоже. Следующим ходом завершим дорогу. Это опять же золото. И начнем еще одного. Да, выведу все-таки. А потом, пожалуй, цирк. Да, классику вышли. Через лошадей. Ну, ясно. Да, чего вот? Сейчас апдейт сделаем. Значит, на следующем когда один апдейт. Ох, забыл про скаут. Ну ничего. Содержание наше. Так, это вот сюда, скорее всего. На промку нужно. На промку. Ну все, с армией покончено, так сказать. Будем дальше расти. Кстати. Надеюсь, сейчас копье не появится в этом месте.
так деньги нам нужны. А вот это мне не нравится. Нужна проблема срочно, срочно. Ну вот, минус лагерь. Так, те же 35 золота нужно. Ну вот честно, не знаю, чего он хочет добиться с такой же армией, с таким минусом по всему остальному. Ух ты, видео. Итак, плюс 2 золота, плюс 100 золота, и рыбки, и еще падают. И у нас все те же три города. Ну как-то я не... Пришло время умереть скауту. Так, скоро нас колледж увидит. После денег и металлкрафтинга мы идем прямо вот против дела. И там, Оксфордом, открываем фрегаты и полет. О, у меня первый. Хорошо. Так, тут надо что-то придумать. Комнаты какие-то. Покупать и пробовать. По-хорошему все-таки было бы не дурно здесь город еще поставить, но это пока что я делать не могу, это счастье. Точнее, его нехватки. Я хочу.
я ж тут дорогу не построил. Прискорбно. Итак, один, один. Нет, нет. Следующим ходом везде строим денежку. Мы развиваемся дальше. Везде, кроме столицы. Тут надо сколочек, конечно, жать. Пока по армии сильно не прочитаю, могу себе позволить. А это промка, которую он пока что имеет. Больше меня. Так, зато мне надо мечника делать в любом случае. И посмотрим. Хотя золото можно подождать, хорошо. Давайте будем выставлять элиты, которые смогут что-то сделать. Он считает, что он мне эта война подходит. Раз уж сунулся сюда. Наконец-то дорога. Так, плюс один только. Как-то это мало. Хочется побольше. Пока что так. Попробуем здесь вырубку сделать. Ну да, конечно. Ну, подозрительно, но у него дофига счастья. Вопрос откуда? Ну ладно. Меня пока это сильно не пугает.
Так, следующее, что я пойду, это честь, надо себя защищать. И, наверное, вот так. Так, этому городу не хватает холмов. Я его растил, особо поэтому не хочу. Он сюда хочет. Да, уже раз тогда посмотрю. Не знаю, как это чувство. Сомневаюсь. Ну, пускай пока сидит. Хотя бы вот здесь надо было бы дорогу. Или бы здесь даже. Пожалуй, я. Я, пожалуй, возьму терракотку, и тут у меня хорошее количество разных юнитов, и просто снесу Никея, вот на ура. Он свою армию, конечно, в этой точке не держит, это Никея и сожгу. Я думаю, на этом и закончу. Он все-таки должен осознать, что это как-то бессмысленно этим заниматься, чем он тут пытается. Так, и поэтому я сейчас дорасту до единички, перехожу в Metal Casting, то есть строю здесь без промку, эти на последнем ходу оставлю держать, а здесь напрямую, вот так вот, скоро так ухожу. Я думаю, это хороший. Более что я первый пара. Нет, желание покупать, не вижу смысла, все равно все смысла. Четыре лошади, раз, два, и третью получу. Ну, в принципе, не нравится то, что вижу.
Икеви, я снесу чисто превентивно будет удар, чтобы уменьшить его желание одно дело. И плюс я убью его и кромку, и развитие еще больше. Плюс я возьму дань бедный. Ну и все. А потом чисто фрида, если он не сдаст, то уже подъем. Ну, давайте философию сходим. Так, теперь вопрос, где взять холмы, да? Ну, пока что займемся дорогой. Сделаем так, чтобы он просто не прибежал ко мне гадить. Интересно, какое у него чудо, оно явно видит. К сожалению, вынес мечник. Багер сразу. Так бы бежать, хоть чуть-чуть получилось, это было. Так, отращиваем столицу, ну и Карин. Печальный вот этот город. Очень. Ну, армия опять первая пока что. Но сейчас.
Потороплю немного события. Железо обработать надо. Ну что, следующим ходом терракоты начинаем свою атаку.
от старого Гамлета.
Похоже, рассинхронно.